моем распоряжении 15 минут. За это время ты должен решить чрезвычайно важный вопрос для себя. Хочешь ты жить дальше или нет? Условие. Условие одно. Ты выполнишь все, что я от тебя потребую. А что вы от меня потребуете? Вы от меня не дождешься, Кореев. Ну, естественно, для вас понятие «вы» — это когда много. Так вот, мне нужны данные о базе. Стыдно. Давно ли? Не в первый раз предаешь. Стыдно попасть так впросак с Васьком мне, профессионалу. Какой ты к черту профессионал, если я тебя до точки просчитал? И твое одиночество, и твои галицийские ностальгические воспоминания, что песня про Перемышль понравилась. О, Господи, небо, освободить руки, и удушил бы я тебя, сволочь. Так, ну с лирикой все. У КПП освобожу, сам поведешь машину, предъявишь пропуск. Ну, будешь говорить? Да. Но при условии, вы сохраните мне жизнь и так, чтобы я был чист перед немцами. Чист. Это не то слово, Кореев. Мы сделаем так, что они тебя ни в чем не заподозрят. Выбирай. Ранение в бою за базу или пьяный загул в городе? Пьяный загул годится. Ну, я так и полагал.